А далі в нас надзвичайно цікаво, тому що до нас прийшла Ксенія Пісковська, дизайнерка інтер'єрів. Зараз будемо говорити взагалі про те, як облаштувати вашу домівку так, щоб вам було там і комфортно, і красиво, і взагалі вона вас надихала. Доброго ранку, Ксенія. Доброго ранку. Ксенія не сама прийшла до нас, ми бачимо, так? Так. Прийшла з улюбленицею. Розкажи, будь ласка, хто це, як її звати? Это Джекрасл Терьер Ника, ей 9 лет, одна из моих самых дрессированных собак. Да. Ходит со мной в офис на стройке, ага, работает айсбрейкером. Ого! Антистресс такий, да? Да. Я насправді бачив досить багато сторіз, там, де Ніка приймає найактивнішу участь у плануванні або бюджету, або, як правильно, там інтер'єр, де щось поставити. Паркет вибирає хорошо. Любить австрійський. Слухай. Ну, вона тобі як помічник, тобто вона не заважає на роботі. Вообще нет, конечно. Більше надихає, мабуть. Ну, смотрите, в любом случае животное мы заводим зачем-то, чтобы решить какие-то свои вопросы, ну как бы Ника мой вопрос решает. Так, повністю. Так же своєю задачею справляється. Ти знаєш, наше питання вона сьогодні теж вирішила, подарувала нам вже класний позитивний ранок, налаштувала нас і хочемо говорити про те взагалі, як облаштувати свою квартиру так, щоб в ній було комфортно і модно, так і трендово. Ну, смотри, что такое тренд и, ну, почему обязательно тебе нужен интерьер? Я могу на русском, да, говорить? Да. Почему обязательно твой интерьер должен быть трендовым? На самом деле, в эпоху как там послевоенную, так и на сегодняшний день вследствие экономического кризиса и той ситуации, в которой мы пребываем, в основном людям хочется иметь вокруг себя а функциональный, да. Б комфортный интерьер, поскольку то, что не функционально, это некрасиво. Ты да. не сможешь этим пользоваться, и рано или поздно это уйдет из твоего пространства и уйдет из твоей жизни. Поэтому первое, на что стоит обращать внимание в интерьере, это функциональность и второе – комфорт. Что касается локдаун-тенденции на тему обустройства интерьера, конечно же, ввиду того, что мы стали проводить не 8, 10, 12 часов в офисе, а то же самое делать дома, первое, что бросились люди делать, это обустраивать свои рабочие места. Ще звернула увагу взагалі, як виглядає наша квартира. Да, так? Да. Ну, тобто, потрапили до реальності. Ну, я вам скажу честно, что я сама в первый локдаун за полгода столько не сделала в доме, как сделала за месяц. Ну, то есть я скупила вообще много всего, и много чего у меня появилось время, чтобы обустроить. На самом деле, есть там несколько важных вещей, если вы не собираетесь делать ремонт капитальный, либо косметический, а в принципе хотите обойтись декором для того, да. чтобы привнести в свой интерьер что-то, чего вам раньше не хватало. Есть несколько триков и секретов. Первое – это свет. В основном в наших пространствах используется потолочное освещение, поскольку это там какие-то сталинки, хрущевки, и да. все равно по сей день при разводке электрики разводят посредине комнаты тебе потолочное освещение, вешай свою люстру вот тут. Это с целью того, чтобы сэкономить бюджет на проводке, да. проводах и тому подобное. На самом деле освещение можно и нужно зонировать пространство. Есть зона обеденная, есть зона кухонная, есть зона отдыха, есть зона гостиная, есть зона, где ты принимаешь друзей и гостей. И во всех этих зонах, в каждой из них свет должен быть разный. Соответственно, то, что вы можете сделать, это настольные торшеры и напольные торшеры. Супер классная вещь, ты, ну, как бы, имея розетки кругом в пространстве, ты просто воткнул, поставил. Так, и таким, потребно. Абсолютно. И таким образом в любом пространстве ты можешь зонировать свое пространство, свой интерьер светом. Это первое. Второе – текстиль. Текстиль – это ковры, это шторы, гардины, тюли, это пледы, это подушки. Да. Ну, как бы, и, соответственно, ты можешь давать им разную форму, фактуру, что тоже привнесет в лицо интерьера другое лицо. Ну, и подушки, например, тише, это и элемент декору, и для зручности, так? Вони якби дві функції. Абсолютно верно, да. Я хотів повернутися, знаєш, до чого? Ти сказала, що для кожної зони повинно бути там різне освітлення, да. так? От у мене взагалі вдома тільки біле освітлення. От я не знаю, чому так. Яке повинно бути, наприклад, в зоні для відпочинку?
Смотри, вообще в жилом пространстве белое освещение – это, в принципе, офисная история. Да. Поэтому тебе может быть некомфортно находиться долгое время дома. Ну, поскольку ты все время здесь, то все нормально. Постоянно на работе так. Да, но смотри, 3000 кельвинов – это то, что тебе нужно в твоем жилом пространстве. Это нейтральный теплый свет. Только в нем ты сможешь прийти домой и отдохнуть. Это даже на уровне подсознания. Когда ты находишься в офисном пространстве, помещении или на работе, у тебя кругом белый свет, и он тебя сосредотачивает и настраивает на рабочий лад. Когда ты приходишь домой, тебе хочется отдохнуть, тебе уже не хочется так много освещения, хочется более теплых каких-то тонов, оттенков, что настроит тебя, и твой мозг автоматически скажет тебе: отдыхай, все, ты дома. Так, поэтому поміняй. Це у мене, білий з білого. Ти розумієш, у мене зараз такий трішки інсайт, тому що дійсно в студії постійно біле освітлення, завжди у мене тільки біле освітлення. І я зараз помічаю, я приїжджаю додому, я вмикаю світло, біле, і я моментально сідаю. І ти включаєш, працювати, ти, да? Так. Ну от, смотри, ну то есть тоже это есть такой трик, а я тебе рекомендую, во-первых, дома, пока ты не заменишь все освещение, весь белый свет на теплый желтый, ну не желтый, а теплый, рекомендую тебе использовать поменьше освещения, купить торшерчик такие. Ну, то есть, правда, попробуй использовать меньше света, не пользуйся потолочным, пользуйся точечным освещением, и тебе станет приятнее, ты просто будешь переключаться. Так, тоді у мене друге питання. Розумієш, у мене ще й стіни білі. А я обожнюю просто білий колір. Ти молодець. І... Ти молодець. Потому что біле это... взагалі. А слушайте, що це універсально. Это говорит о том, что человек подумал о том, как он будет потом ухаживать за этим интерьером. Потому что многие люди белого цвета боятся, а очень зря на самом деле. Потому что любой цвет, который ты колорируешь, впоследствии, даже если у тебя будет 10 банок краски стоять, он в любом случае меняет цвет со временем. На него припадает пыль, солнечные лучи, выгорание и ну, там, все, кто мимо прошли, зацепили и тому подобное. И для того, чтобы подкрасить, тебе придется просто перекрашивать минимум одну стену, а максимум все пространство. В случае с белым эта история отпадает вообще и легко. Подошел и так маленьким валечком. Проектором. Да, ну, то есть ты молодец. Я люблю вот в белое все закатать, потому что это удобно потом с точки зрения. Ксения, если мы говорим, вот, например, про однокомнатную квартиру, так, коли потрібно облаштувати простір, якось його розділити на зони, так, одну цю кімнату, там на відпочивальну, можливо, навіть дитячий якийсь куточок зробити. Як це взагалі можливо, якщо ми говоримо вже не лише про світло, так? В любом случае, зонирование, ну, здесь другой запрос и другой вопрос. Что может служить зонированием пространства? Там свет здесь не подойдет, здесь в любом случае нужны какие-то перегородки для того, чтобы ты мог уложить ребенка спать и дальше там продолжать свою жизнедеятельность. Если есть ребенок, то лучше кухню в таком случае от комнаты не отделять. Если ребенка нет, в любом случае, ребенок ложится раньше, тебе нужно поработать, либо провести время с мужем, с женой и тому подобное. Поэтому в данном случае, конечно, лучше не в туалете прятаться, а иметь отдельную кухню и отдельную комнату, когда есть ребенок в однокомнатной квартире. В случае, когда ребенка нет, с удовольствием все совмещаем, делаем студию. Тобто краще все зробити загально, так, не окремо кухню? Все зависит от количества квадратов в этой однокомнатной квартире. Но в основном, конечно же, чем больше пространства, тем приятнее ты себя в нем чувствуешь, особенно если тебе придется в нем находиться долгое время, безвылазно, как то локдаун. Якщо ми говоримо про вікно, його можна, ну, наприклад, якщо є балкон, так, лоджія, краще розширити його чи зробити навпаки заглушеним світло з вулиці, більш штучно його зробити, наповнити. Смотрите, тонкий момент. Все залежить від екстер'єра дома. І це дуже печально в нашому випадку. Ми можемо бачити багато репортажів, книг і статей на цю тему. Якщо балкон у тебя открыт или лоджия, пожалуйста, не стекли его. Значит, он должен быть таким. Значит, архитектор, который проектировал это здание, он предполагал, что оно будет выглядеть именно так. И только так он целостно представляет собой композицию. В случае, когда начинают вот эти вот остекления, это нарушает экстерьер здания. А в случае с интерьером мы все равно привязываемся к экстерьеру. Если у нас дореволюционное здание или царский дом, то мы все равно исходим в интерьере внутри от того,
того, чтобы каким-то образом привязываться к экстерьеру, чтобы не было разрыва, иначе будет некомфортно тоже на уровне подсознания. Поэтому в случае с балконами и лоджиями, если предполагается в рамках экстерьера дома, что эта лоджия застеклена, да, пожалуйста, вы можете делать ее частью пространства. Нужно выполнить ряд требований, как то отопление, для того, чтобы окна не плакали. В любом случае у тебя должен быть термобарьер проникновения холода извне вовнутрь и тому подобное. То есть, ну, все строители знают эти все фишки и уловки. Главное вот эти вещи соблюсти. Тобто максимально розширювати все одно простір. Да. Да. В будь-якому випадку. Так, слухай, давай повернемося до карантину. Дивись, чого питаємо про карантин? Ми намагаємося робити так, щоб наші прямі ефіри були максимально корисними для глядачів. Да. От ми з тобою почали говорити про те, що перш за все в локдаун там можна змінити освітлення, так, для того, щоб стало краще трішки, лайтовіше в квартирі. Поговорили про зонування, що потрібно більше простору. Що далі? Що ще можна міняти так? Ну, щоб не кардинально. Смотрите, не кардинально. Є ще такі штуки важливі. Перше, декор. И декор вы можете, более того, создавать самостоятельно. Вам не обязательно покупать или заказывать какие-то дорогие букеты. Там 9 лет подряд я хожу в один и тот же цветочный магазин, и они меня знают. Они знают, что я прихожу и покупаю за 50 гривен вот такую ветку самшита, которую они используют. Типа, боже, это же на букеты, типа, за сколько же вам его продать? Но меня они уже знают. Они понимают, что я возьму вот эту ветку самшита, разрежу ее на 3 части, поставлю ее в вазу, и она будет стоять у меня 3 недели. И радовать меня в вазе вот эта вот зеленая композиция. 3 тижні вона стоїть? Да, самшит, ну, в моем случае, по-моему, уже 4-й, вот сейчас 4-я неделя пошла. Дальше, сейчас много каких-то красивых сухих веток, которые там опадают, потому что начинается весна, и все остальное распускается. Котики, можливо, верба, так? Абсолютно. Во-первых, очень много всего на земле. Опять-таки, в локдауне много времени свободного. Пожалуйста, пойдите, пособирайте, покрасьте, сделайте композицию, поставьте, и она будет долго у вас стоять. Любые бутылки, вазы прозрачные, любые сосуды используйте для того, чтобы элементарно один зеленый листик ты поставил в санузле на тумбочку возле мойки, и уже совершенно по-другому ты воспринимаешь пространство, в которое ты заходишь. Поэтому декор в виде всевозможных зеленых веточек или там не зеленых веточек, бутылочек и вазочек – класс. А самое главное – душа интерьера, душа интерьера, это арт. Картины? Да, недавно вот буквально вышла книга, позавчера читала у Влады Махно, она много на эту тему говорила, о том, что арт является душой интерьера. И если вы проэкспериментируете, каждый из вас, вы у себя дома, посмотрите, что без арта интерьер голый. Дійсно, нет стилеобразующего элемента, нет души, нет настроения. И в зависимости от того, какой арт вы туда повесите, от можна повісити дитячі малюнки, наприклад. Ну, это не дитячі малюнки. Да, в принципі, да. Я би розглядала. Слухай, такий а якщо дивись, просто локдаун зараз це період таких, знаєш, експериментів і сміливих. Мені хотілося, знаєш, що завжди зробити? Застелити підлогу, взяти там зелений, наприклад, фіолетовий і оранжевий, і просто ось так от фарбою просто вилити на білу стіну. І хай засихає. Так делай это, когда? Тобто це буде саме та душа арт? Это будет та душа арт. И ты запомнишь этот момент. И каждый раз, когда ты будешь смотреть на эту стену, ты будешь думать, боже, насколько я ощущал себя счастливым в этом моменте. Так. Ну, то есть жизнь одна. Пожалуйста, экспериментируйте. Ничего не сдерживает тебя потом перекрасить эту стену. И там цена вопроса будет каких-то там 600... Ну, так. Ну, понимаешь. Слухай, до речі, ми зараз про ціну заговорили. Скажи мені, будь ласка, от середній такий ремонт, ну, щоб не сильно лакшері, але щоб красиво, с душею, ну, в яких рамках може бути? Средняя по больнице без учета дизайнерских и архитектурных услуг – это $500-600 в метр квадратный, из которых 200-250 – это строй работы, стройматериалы, а все остальное – это дальше ты добавляешь. В зависимости от того, там твой столик будет стоить, там, условно говоря, 2 гривны, 5 гривен, 10, 15, 20 и тому подобное. Соответственно, вот эта вот штука, она на квадратном метре – комплектация, мы ее называем. Все, чем ты комплектуешь интерьер, вот тут
вопрос в твоем бюджете, в твоих возможностях, и тогда цена будет расти. Потому что, в принципе, плюс-минус строительные работы, они, конечно же, тоже варьируются, но, в принципе, есть средняя по больнице цена. Поэтому ты исходишь от того, что строительные работы стоят столько-то, а дальше сколько захочешь, сколько сможешь. Ну, друзі, тут можна просто багато, безліч варіацій зробити так, щоб і бюджет співпав, так, і ваше бачення власної оселі співпало, можна і творчість так до цього. Просто вигадати собі, піти каштанів назбирати, листочка якогось, прикрасити оселю, от як Макс хоче фарбу вилити на... Я це зроблю. Так, на стелю, так, або на стіну, ми вже про це домовилися. У нас у гостях була Ксенія Пісковська, дизайнер інтер'єрів, я думаю, що багато ідей крутих вам дала. Тому що ми вас любимо і поважаємо, ми завжди намагаємося запрошувати цікавих гостей, які розповідатимуть усе корисне, актуальне для вас, щоб ви були у курсі усього, що відбувається у світі, у місті і взагалі у житті. Підписуйтесь, правда, тут YouTube-канал. Так, друзі, підписуйтесь і найголовніше, вмикайте той самий заповітний дзвіночок, щоб нічого із того, що сказала Катя, не пропустити. We'll be right back.